Тысячи жизней в обмен на мир. День освобождения Судака от немецких захватчиков. День памяти обо всех погибших, о героизме советских воинов и простых крымчан, которые отдали жизни за мир на нашей земле. В этот праздник жители приморского города традиционно возложили цветы и еще раз вспомнили о бессмертных подвигах во время той жестокой войны. Пусть гордится вами страна! Ровно 71 год назад судакчане встретили Красную армию. Так завершилась оккупация фашистскими захватчиками. Жители приморского города чтят память о погибших, которые отдали жизнь за наше мирное небо. Мы испытываем глубокую благодарность всем тем, кто сражался на фронте, в партизанских отрядах. Мы гордимся теми, кто отстоял чистое и мирное небо над нашими головами. Для оставшихся в живых участников операции по освобождению полуострова это настоящий праздник. Один из них – судакчанин Петр Радзега. В этом году ему было предоставлено право зажечь огонь памяти, который в светильниках-коптилках будет гореть во всех городах Крыма, а в День Великой Победы будет объединен в одно большое вечное пламя. Ирина Гратила, Время новостей, Судак.